все-таки это должно быть оставаться. Он не должен этим кичиться, скажем так, не должен это стать, ой, у меня сегодня, как вот мы, ой, у нас столько дел, мы идем сначала, у меня маникюр, у меня 5 встреч, как у меня одна подружка говорит, у меня сегодня 5 встреч, я не могу, я такая, а что за встреча-то, может быть, перенесешь там или подвинешь, или давай там, ой, у меня сначала маникюр, потом у меня педикюр, потом у меня брови, потом у меня что еще там, ресницы наклеивают, потом еще волосики, я думаю, ёпарасты, это 5 встреч, по моим понятиям, 5 встреч, это 5 встреч, это там встреч, это по работе, это журналы, съемки и так далее, это, ну, реальные 5 встреч. Если мужчина будет говорить, ой, у меня там сейчас маникюр, а потом еще педикюр, а еще мне надо обрезать кутикулу и полирнуть лак. Ну, это, конечно, я скажу, ку-ку, алло, извини, не мое. Соответственно, ну, если он это посещает, пускай посещает, но это не на божничку ставит, не так, что вот я хожу, бить себя пяткой в грудь, и в бритую грудь, или там, я не знаю, депилированную грудь. Соответственно, нет. Ну, я не думаю, что он должен этим как-то в эфир говорить об этом.